А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Фил, Димка и Юрка в GTA 5 мы, рубрика «Копы против Ариши». Здорово, ребят. Ребята, сегодня будет ваша самая любимая рубрика, которую вы меня постоянно просите снять, а именно «Копы против Ариши», где мы будем в роли вора пытаться угнать у копов какие-то классные тачки при помощи интереснейших тактик. И самое главное, ребята, сделать это нужно максимально оперативно, чтобы копы не знали, куда я привожу свои машины. Вот. Ну, они либо меня ловят, либо же знают парковки. Тут все просто. Либо по-любому. Не получится у вас сегодня ничего, потому что я придумал нереальные вообще тактики, которые сработают. Но об этом чуть позже, потому что, ребята, я бы хотел прямо сейчас, чтобы вы поставили лайк на ролик, обязательно подписались на канал и не забыли нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Также можете подписаться на мой инстаграм и телеграм-чат, и все ссылочки есть в описании. Ну а мы чё? Мы погнали готовиться, придумывать новые тактики. Ребята, а сегодня я буду использовать тактику невидимки, а также использование тактики, а именно карго-боб и та самая ваша любимая гипер-мега-супер-пупер скорости под 9999 километров в час. Ребята, да-да, мы будем качать наши тачки, ставить нереальные движки и, конечно же, улетать на гипер-супер скоростях от наших копов. Я надеюсь, что у вас все получится. Ребята, я очень надеюсь, что вы написали комментарий. Ребят, давайте-ка реально 1000 оформим за первые же сутки. Я думаю, этого несложно сделать. Полетели. Ну и, друзья мои, сегодня будем играть за этого молодого человечка. Ай, самое главное, забыл. Отключаем блипсы, ребята. И, в принципе, полетели. Все, что, короче, готовы. Долго на чилить все будешь. Про все. Ой, чё? Кто чилить? А, ты? Я? Нет, я не буду. Я не буду. На самом деле, у меня просто нереальные же тактики, которые должны сработать, в принципе, вот как бы. Вот как ты бы, да. Ты чё сидишь голый возле меня? Иди-ка нахер отсюда. Ёб твою мать. Если бы не панорамная крыша, я бы не понял, не увидел бы. Нравится? Ты чё не видим? Нравится, не нравится, терпи ты, красавец, понял, да? Ты где, жопа? Опять запрещеночки. Так, я понял. Смотри, как умею, Опа. Нажать, у нас есть такая же тактика, поэтому. Нормально. Какая тактика? Я не пойму, эта тактика для вас запрещена в любом случае. В любом переносном. Думай так. Ну ладно. Тебе кажется. Не, ну было весело в любом случае, да? Было весело. Он в Бугатте сел, я вижу. Ах ты, фуфин-туфин. Да? А, точно. Стоять? По-моему, этой тачки не за... Да-да-да, не завезли по итогу, видимо, скорости. А подожди, она же была читом у нас. Это не та их дверь. Нет, это не я сбил. Я? Я медленный? Ну ты добазарился. Вау! Ёпа-мать! Ёпа-мать! Ну ты добазарился, я тебе отвечаю, сегодня просто... Я не знаю. Слышь, это какая-то вахханалия, а не угон, алё. Закисло, да это не вахханалия, но я не уеду на этой тачке вообще же никак. Я не знаю, что нажал тут как бы коробочку в спорт переключил и типа шамайчем стал, понял, да? Ты будешь не на нарах сидеть, а в ШИЗО, я понял. Какой ШИЗО, слышь, после вас, родной. Родной, дорогой. Вай! Ладно, все, отключаю. Я лучше прыгну. Но толку мало в этом. Я вообще врезался в этот. А, ты отсюда выехал, что ли? В смысле? Откуда? Лази, ты давай. Ничего не видел? Откуда? Он по мосту едет в этот, в город. Окей. В город? В город, городок. Мой маленький дружок. Город зеленого цвета. Любишь пирожок? Люблю. Где он? А, подрубай золотой стручок. А он застрял там. А как? Все, лови. А как? Все, а вот все. Опа! Ты чё подключил? Ну херуа! Я ничего не подрубал, она сама заехала. Она сама заехала так. Да быстрая она! Она быстрая, я тебе отвечаю. Да отвечаю, сам ты фуфлин, во-первых. А во-вторых, она реально быстрая. Она быстрая, как и твоя жизнь. Ёпа-мать, да отпусти ты, жердяя кусок. Да отпусти, говорю тебе. Слышь! Зажали все. На-на. Понял, да? Я просто свою эту скинул. Жирочек. Давай я тебе помогу. Жирочек. О, иди на объезд. Да в смысле на объезд? Ты на какой объезд там собрался? Я не понял. На какой объезд? Да ты не проедешь здесь, родной. Все, пиши, пропало.
Слушай, Коля, на самом пропало... деле топ, он через бортики переезжает, вообще похер ему. Ну, реально? Да. А ты что, реально он проехал? В багажнике не топ. Я тоже проехал, да. Обманул фуфлов. Обманул просто. Обыграл, прочитал, обчитал, во, обсчитал еще придачу и пропустил, опустил. А куда он улетел? Да я вообще ушел. Куда? На закат? По жизни на... Блестящее. Я только сейчас понял, что я преследовал не того. Вот это я лоханулся. Изи был, ребята, мы готовы. Наша тактика сработала. Да, первая парковочка у нас оформлена. Ну а мы переходим тогда на следующий раунд. Че, погнали, копы? Готовы? Я буду еще жестче. Поняли? Да, ну давай. Кто-то, как говорится, сбежал с наров, а я сбежал с киностудии. Поэтому, пацаны, вам будет очень весело, интересно, классно, прекрасно, нереально, замечательно. Опасно? Амарил. Киностудия сбежал. Да-да-да-дам-да-дам-да-дам-да-да-да-дам-да-да-да-дам. Вроде пока все четко, хорошо, прекрасно, классно. Замечательно у нас получается, вот, наверное. Ключевое слово, наверное. Слушай, космонавт. Фу, блин, а ты кусок. Так, подожди, я иди на парковке. Залетел. А я забыл, где парковки. Я парковки не отмечал. Реально? Подожди, а в смысле? Тогда мы переходим, ребят, на следующий раунд, что-то я немного обмаулся. Ну хорошо, потому что потратил. Ну да, действительно, походу минуту реально потратил, и это прям обидно. Ладно, переходим на следующий раунд, погнали. Давай, слази. Да, я на следующий раунд уже перехожу. Лази. Да, я перехожу на следующий раунд, все, поехали. Космонавт. Блин, стяжечка. Ну ты, конечно. Ай, я понял, ладно. Ты по ребу, блин. Отпусти меня, не трогай меня. А то перо под ребро, понял? Знаешь такое? Я тебя устрою, понял? Где? А, о, ёпта. Сам ты ёпта. Ты ёпта был. Это делает только Юрач без регистрации и смс. Еба, а что он такой тяжелый? Это что? А что он такой? Еба, что? 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 Как? А, еба, полетели, пацаны, я же сказал, буду жесткий. Ну она не быстрая, но... Что? Она быстрейшая. Бля, я сам на самом деле не понял. Иди-ка сюда, я еще раз хочу попробовать. А можно тебя сломать? И дай тебя сломаю сюда. О, еба! Что? Иди сюда, бля! Сюда вышел! Иди сюда, бля! Да, тебе понял, надо! На! Подожди, на, еще на! Да дай тебе сломаю, бля! Ладно, поехали! Хотя нет, с другой стороны, смотри! Смотри, как могу! Вот так дал! Надина! Кого ты поставишь? Блястяще! Ты, конечно, еба! Что за малютка? Просто еба! Вообще бамб вечная, на самом деле! Не, я, кстати, еще и скафандр, по сути, правильно одел. Скопирую взорванную тачку. Ематиная реальная, нихера себе, Ева валит она, конечно же. Я меня просто валит. Эмоции переполняют. Просто да валит она. Сам ты валик. Ты. Балбес ты. Фу. Догоню. Пурпурчатый. Пурпурчатый? Ну догони. Лазь, да. Да я уже давно слез. А ты? Да, я видел. Да? Ну да ладно, ладно, ладно. Ладно, неприятно, ятно. В гетто. Я уже в гетто, брат. Я знаю. Бля, стяще я завернул. Нихуя себе. Серьезно? Ага. Я с ней вообще ударе. Вижу, короче, разбрасывает за собой тут ботов. Слышь? Неуравновешенно. Он, короче, психопат, его через стрелять надо. Или на стул сразу. Или ну, какой стул-то? Слышь? Ты что так базаришь, я не понял? Ебать ты, куда собрался-то, космонавт? Подожди, сейчас пополнится. Пополняйся, бля, стяще, она не пополняется, ладно. Не, ну было бы красиво, знаешь, сейчас в сторону куда-нибудь улететь. Давай я тебя поймаю, иди сюда, бля, ты что, забыл, что я тяжелее тебя? Сейчас зажму тебя просто в нулину, понял? Вау, видал, как могу? Такой только я показываю. Что с тобой делать? Я чувствую, нам нужно менять читы. Департамент. Переходим на тяжелый. Да в смысле? Я даже не знал про эту тачку, уж сами ее поставили мне. Кто тебе уставил? Не знаю. Кто-то. Ехаси, ехаяси, си. Вот это я полетел, си. Ты на мост, да, все-таки? Да.
Я залетел, нихуя себе на мост как-то классно я полетел. Так, просто вообще бомбично. Вот ну, наверное. Я знаю точно Е, возможно, Е, возможно. Ладно, вторая тачка тоже готова. Я думаю, что оставим ее в этом месте. Даже не будем особо напрягаться, как бы даже, ну, все, ну, перелетели. А мы отправились на следующий раунд, погнали. Ребята, мы продолжаем, и как я уже сказал, я буду сегодня просто самым жестоким угонщиком на этой планете. Вот прямо вот самым жестоким. Жестче меня нету таких людей. А что вы делаете? Я меняю тачку департаменте. Да? Тайна для отлова таких димок. Создали тачку. Вот, это лучше. Вау. Вау. Да, это намного лучше. Да, ёпта. На, делюсь с тобой. Сейчас будет. Короче, будет вот все. Где она? Ее нету. Ты собаку задавил, бот. У меня тачка горит. О, да ёпу мать! Я так и понял, бот бы собаку не задавил. Бил, только мы с тобой понимаем, что произошло. Он нихера не понимает. Стоять. Ой, чем падает у меня? Да ёб твою мать, отпусти меня. Ля ты фуфел. Не путёв. А в смысле, чем падает у меня? Он у меня падает сам. Я по тебе езжу, потом. Да нет, мы по тебе ездим. А, такой Бугатти твой удалил, что ли? Да. Да я думаю, что не то. Все то, что хорошо кончается. Ля, что делает? Вот. Кто делает, что делает? О, с тобой будем делать. Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. В какой тачке ты сидишь, двинься так. Чую, по запаху давай. А! Он где-то здесь! Что? Ты! Ладно. Ой, блядь, ты же как херел, слышь! Ты! Путель ты не это, одноногий. Угнал он, блин. Ля, ты фуфел! Ой, не-не, родной, даже не думай, ко мне не надо садиться. Кстати, к нему в тачку сесть тоже можно, это... Я пытался. Да сесть-то можно, он попытался, он же это почти сделал. Где? И Майя улетел. Нихася. Так, догоняем жигу. Тормози! Бомбично. О, вот он. Второй полетел. Ну, куда ты полетел стоять? В смысле, я за двоих обвел просто вокруг пальца, прочитал. И крутнул, поняли? Как Юлу на пальце. Ага. Юру? Или Юру на пальце. Подожди, Юра тебе палец не засунул кое-куда. Куда? Ну, привет. Собрался. В ухо? Фу, ты, конечно, не очень красивый молодой человек. Во-во-во, в натуре. Че это сразу? В натуре. Так, ну, в принципе, я тачку пригнал, поэтому, в принципе, на этом будем заканчивать данную выпуск. Слазь, давай, Славик. Не мог видеть. Я же видел, когда заезжал. Ах ты, Славик. Ах ты, Славик, как ты мог видеть меня? Ни одной тачки не угнал, поэтому не думаю, что у тебя получится. Я уже две угнал. Ну, ты так думаешь. Так. Я знаю. Уже от тебя полетело. Да, ингушетия, куда она полетела? Летает, она как была ингушетия, так и осталась. Ай, ладно, пока. Ладно, мужик, как бы с тобой это все понятно. Шутки плохи, плохи шутки. Юрки тоже плохи. Филу вроде тоже плохо, где-то он далеко, но не рядом. Емать! Почему я не могу жить? Нормально пролетел. Догнать? Это что за дискриминация? Что за дискриминация, да, в натуре? В натуре был. Блин. Ой, ты серьезно хочешь через дальнюю уйти? Это же тупо, как минимум. Так ты фуфель. Блин, раздавить хотел. Ладно. Ах ты фуфель. Ты здесь же. Тут выезд дает. Смотри, как могу. Да, блядь! Иди сюда. Мы, короче, сам... где? Иди не туда. Знаю, под Майсбангом где-то. Так я за тобой. Да он не найдет никогда в жизни нас. Окей. А. Я налево. А потом я направо. А потом я вперед и назад. Вот так вот. Вот так вот полетели. Так, блин, замечательно. Я думаю, что я сейчас уйду. Я сейчас уйду. Блядь. Да ёпа, я выжил. Так я застрял же.
Да уйди ты! Да уйди ты, ёп! Пирожок! Пусти меня! Да пирожок! Не-не-не. Да ля, ты, конечно, не очень красивый. Ладно, тоже неплохо. Избиение просто. Да какое там избиение, слышь? Да ты куда? Нет дороги. Он на лифт хотел. Да? Подняться. Не пустили, такие как я не пускают. Нет, она сейчас горит нафиг, я ничего не могу сделать здесь. Так да блин, камонище. Да камонище, блин. Ладно, все, забирайте тачку, окей, так уж и быть. Да раунд, все. Да забирайте, да успокойтесь вы меня уже. Да успокойте, успокойте свои сосиски. Смотри, ты видишь, какой он двуличный, хотел узнать. А что, говорит, забирайте, забирайте. Наводи все способы, пацаны. Наводи все способы, извиняюсь. Все, мочи его нахер. Да, конечно. Давай, 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 газуй. О! На нах. Видал, как подставил тебя. Ха! А в новостях напишут, что ты сбил человека. Ладно. Правда, его не сбил, но тем не менее. Ася. А что это за? Пацаны, если вы это не заскринили, если вы это не записали себе на мобильное устройство, это просто жесть. Я охренел. Я тоже. Ну от меня же ты просто так не уйдешь. Он внизу там. Еще как уйду? Ну ладно. О! Уйду еще и перну тебе в нос. Что ты делаешь тут? Я же испугался. Ты что такой, блин, жесткий-то? Я реально испугался. Ладно, все, забирай тачку, так уже быть. А мы, ребята, так как у нас остается буквально полминутки на угон последней тачки, погнали на последний раунд. Ну и последний раунд, ребята, я готов, знаете, я готов подкупить. Вот Юрса я стопудово подкуплю, вот прям, ну, стопудово. Вот прям вот стопудово. Лям наличными в кейсе. Не, лям не пойдет, я тебе говорю, я тебе готов сосисками отдать все. Сосисками? Да. Вот это попадос, здесь бот не ездит. Я же говорю, могу сосисками отдать. Ну еще бургерами там, мороженчиками и так далее. А ты выйдешь отсюда сегодня? О! О, что-то. А, я тебя даже не видел, что ты здесь. А, серьезно? Не хайся. Круто. Вылази давай. Вылази. Я вылезу сейчас, подожди. Осталось только одно нерешенное дельце, это вот это вот. Ематы тяжело. Ематы тяжело. До свидания. Стоять. Не в нашу смену. Нихася, вы, блин, больные. Стоять. Ематы, вот давай. Да вы что творите-то? Я тебе за все хорошее сегодня. Это тебе за этот, за летающий пончик. У меня тачка дымится. Правильно. Правильно делает. Да он сзади остался. Я понял. Что происходит? Ты пингвин, что ли? Что это такое? Он невидимый стал. Я знаю, что я буду делать. Я хер что вижу, поедем так. Мать. Ля хитрый. Ты где, блин? Куда свалил? А смотришь, я знаю твои вот эти вот, ты где, а сам где-то у меня в жопе сидит где-то там. Может быть, ковыряюсь. Или на жопе. На заднем сидении просто чили. Пацан, успех ушел, да не пришел. Ладно, все, я как бы привез тачку, в любом случае на этом будем заканчивать, да. Вы знаете что-нибудь? Нет. Нет. Ну все, тогда я победил. Правильно? Почему не удаляется? Слушай, у тебя машина... Смотри, же, кто удаляется? Кто удаляется? Ты где, блин? Ты где, фуфля? Вафля, фуфля, ты где ты? Ты где ты? Что ты делаешь-то? Опа. Нахер у меня тачка вправо едет? А я нашел его. Не знаю. Кто по мышке клацает, я не пойму. Плё! Ах ты у меня в тачке сидишь, ах ты фуфля, ах ты вафля вонючая, все, забирай, ладно, так уж и быть. Он у меня в тачке сидит, поэтому вот бесполезно пил. Ладно, ладно, так уж и быть, окей, хорошо. Знаете какие-либо парковки? Эту тачку вы поймали. Я знаю летающую тачку, я до последнего уже за тобой следил. Ты упал, а я на мост залетел. И ты такой радостный, все прощаем, а я видел, как ты пробегаешь, поэтому тачка здесь, да? Ах ты фуфел, да, вот она получается, все правильно, да. Я первую тачку не знаю, я вот с ней, конечно, лоханулся, я за Филом поехал, не за тобой. Фил, а ты знаешь, где тачка? Нет.
Я вообще пропустил. Ну, короче, ты говорил, что никто сегодня не угнал у тебя машины, но, к сожалению, сегодня я таким являюсь, потому что я угнал все-таки у тебя тачку, и это Бугатти, поэтому, Юрец, ты в отставку подавай. Ну, о, да, вот тут она находится. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Такая прикольная серия у нас была. Я надеюсь, что вы досмотрели ее до конца. Спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока. Пока-пока.